Thank you.
в четыре руки, значит, возвращает к теме смерти. Расскажу интересную историю. Существует такое понятие, как проклятие девятой симфонии. Там в свое время Бетховен писал девятую симфонию. Девятая симфония, кстати, была использована для того, чтобы создать CD-диск, то есть длина девятой симфонии. Это ровно размер CD-диска, когда они были. Его размер взяли как раз из девятой симфонии Бетховена. Значит, потом его друг и почитатель большой Шуберт пришел к нему на похороны, была плохая погода, он простудился, поболел и умер. В это время он как раз писал девятую симфонию. Ну, была целая плеяда композиторов, расскажу только про некоторых. Был такой композитор Брукнер, он уже начинал догадываться, что, наверное, 9 это не самое лучшее число для симфоний, поэтому он написал другую симфонию. Не помогло, написал 9 и умер. У него был друг, Густав Малер, и он уже конкретно боялся. Вот это был первый человек, который конкретно пытался вот прямо избежать этого проклятия 9-й симфонии, поэтому когда он написал 9-ю симфонию, он подумал, что жить ему еще хочется. Сказал, пожалуй, это не 9-я симфония, это, я назову это «Песни о земле». Это одно из самых известных сочинений Малера. Ну, потом он все равно написал симфонию и думает, а теперь это будет 10-я. Ну, это не помогло, поскольку все знают, что это была 9-я симфония, а он умер. Ну, потом был Шнитке, он написал 9-я симфония, догадайтесь, что случилось. Был еще один композитор, который погорел на проклятии 9-й симфонии, но единственный, который выжил после этого, это Шостакович. Он подумал так, значит, когда композитор пишет 9-ю симфонию, по традиции, после Бетховена 9-я симфония всегда писалась очень грандиозный, значительный, как некоторая веха в жизни композитора. И он написал такую маленькую ненавидную девятую симфонию. Иосиф Виссарионович Сталин послушал эту симфонию и сказал, что ж такое-то, у всех грандиозные, а у нас вот это. И Шостакович попал в опалу, но многие годы его музыка не исполнялась. Это был единственный период его жизни. Он был композитором номер один в Советском Союзе, самым известным, но вот проклятие девятой симфонии у него все-таки либо настигло, и некоторое время его не исполняли. Ну, а мы вернемся к Шуберту, который умер на похоронах, ну, просто похоронах Бетховена.